клинике «Эксимер» этот март был отмечен знаменательным событием. 100-тысячному пациенту проведена лазерная коррекция зрения. До похода в клинику о лазерной коррекции я знал мало. Друзья мне посоветовали обратиться в «Эксимер». Когда мне сообщили о том, что я стал 100-тысячным пациентом, и мне сделают лазерную коррекцию с 50% скидкой, я испытал истинную радость. Обрести хорошее зрение при помощи лазерной коррекции возможно за считанные минуты. Лазер создает новую форму роговицы, и она начинает по-другому преломлять световые лучи, и ранее расплывчатые изображения становятся четкими. На следующий день после операции я сел за руль. Доктор сказал, что скоро смогу вернуться на лед. Я увлекаюсь хоккеем. Лазерную коррекцию зрения очень трудно назвать операцией. Это абсолютно прогнозируемая, безболезненная процедура. Пациент начинает хорошо видеть в течение нескольких часов, а окончательное зрение формируется в течение недели. Благодаря специалистам клиники «Эксимер» уже 100 тысяч человек обрели счастье видеть.